Есть тест MMPI, 566 вопросов. Адаптирован лет 20-30 назад, когда я работал еще с системой, в общем, офицеров и тестировал по этому тесту. Он мне через раз брехню выдавал, потому что он адаптировал для России, а мы живем в Казахстане. Менталитет несколько иной, времена прошли, тест MMPI не работает уже здесь. Его нужно, ну, сертифицировать, провести исследования крупные, выявить и приземлить. Вы пользуетесь MMPI? Вы ну, да, конечно. Ну, да. Я спорить не буду, они такие. Мы с вами разговариваем как профессионалы. Я вам говорю, MMPI не рабочий тест. Он выдает брехню через ряд. Невалидность, невалидность. Все. Мы с ним на него... Ну, там же 566 вопросов. Когда отвечает, он вообще вранье. Результаты должны браковаться. Все, по окончании всего тестирования. Фух, стоило так тужиться той горе, чтоб появилась мышь про невалидность. Все? Что вы? Да. Поэтому, друзья мои, MMPI мы не можем. Проекционные тесты, вот вы говорили про рисуночные. Да, это хороши, но я... Сейчас не Маховер говорю, тесты хороши, а другое автора. Кинетический рисунок семьи. Знаете такой тест? Вот это сильная методика.